Ночь в музее дала старт шестинедельному марафону натюрморта в художественной галерее. Все началось с большого натюрморта, который написали во время акции. По словам сотрудников галереи, это решение было спонтанным, но результат превзошел все ожидания. Художники вдохновлялись, видели, что это красиво, что это так сложно по цвету, что это нетривиально, что это не просто вот постановочная работа, сложили какие-то предметы случайные, да? Нет, и как раз вот, ну, наверное, мы старались этим вдохновить художников, чтобы они к нам пришли. В центре внимания натюрморта обычные вещи. Это могут быть цветы, фрукты, овощи, посуда. Сотрудники художественной галереи решили добавить в постановки уникальные предметы, чтобы усложнить художникам задачу и разнообразить композиции. В этих постановках участвовали керамические предметы с выставки, которая у нас сейчас идет в художественной галерее. Получилась как бы дружба тех выставок, которые сейчас у нас экспонируются. Каждый раз художников ждала новая живописная задача. Сотрудники галереи придумывали новые уникальные постановки, которые художникам предстояло изобразить в своей манере. Кто-то из художников добавлял детали и предметы, менял цвета и ракурс, в зависимости от того, как они представляли конечный результат. У нас был синий натюрморт, у нас на прошлой неделе был натюрморт в розовых, мы так его и назвали, этюд в розовых тонах, как у Конан Дойля. У нас были очень нестандартные решения, которые художники, ну как бы творчески подошли к этому вопросу, когда, например, один натюрморт был написан на 4 холстах. Горожане смогут увидеть натюрморты саровских художников на традиционной акции «Ночь искусств» в художественной галерее. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.